Дама! Эй, дама! А сколько стоит час вашего времени? Простите, судья Грин. Все только о вас и говорят. Лунка за один удар в Санди. Я не сказал бы, что чисто удача. Так не говорите. Чемпионат США. Берегись. Клифф, вы давно ждете? Вовсе нет, вы вовремя. Спасибо, Франциско. Видел, как вы пожали руку судье Грину. Еще не слышали, что он уходит на пенсию? Нет. На пенсию? Да, на пенсию со своей 22-летней секретаршей. Правда? Ого. Видать, она заполняла какие-то другие формы для судьи, правда же? На все 100. Так что там насчет одной лунки за удар? Господа, могу я уже принести вам напитки? Да, конечно. Еще почитаем меню, или вы уже готовы? Погнали. Говорят, CNT играют по правилам? Эрин с братвой уже бросились переписывать жалобу, но вдруг обнаружилась еще коробка товарных чеков. А что слышно от Кайли? Вы что-то хотели? Гови, ты знаешь. Я... Нет, я не знаю. Слышь, с нами так не надо, Гови. Они... Я их не знаю. Дама, я вас не знаю. Наверное, вы ошиблись. Да, еще как ошиблись. Пес Джо недоволен. Ты нам должен. Я должен? Да, должен. Нельзя прокатиться на круизном лайнере, а заплатить только за буксир. Намек, понимаешь? Я могу уйти, если на... Нет, нет, дамы. Я не знаю ни пса Джо, ни буксир. Так что прошу прекратить. Мы никуда не свалим без нашего бабла, родной. Но я вас не знаю. И не должен вам денег. Хватит. Не тронь ее! Я и не... Нет, Клифф, это не мои шлюхи. Нет, они чьи-то чужие. Говард, они точно не твои шлюхи, а то похоже. Нет, нет, Клифф, мои шлюхи были повыше этих. Капец, я умный.